Продается срочно благоустроенный коттедж в селе Благословенко. 250 квадратных метров. Бассейн, спортзал, участок 12 соток. Телефон 8 912 846 3807. Продается здание с участком на улице Пермской в городе Оренбурге. 6 миллионов рублей. Телефон 8 922 540 3515. Продается двухкомнатная квартира по проезду Майскому. Пятый этаж пятиэтажного дома. Телефон 20 26 05. Продают благоустроенный дом в 100 километрах от Оренбурга. 450 тысяч рублей. Звонить 8 922 869 05 30. Продают гараж в 24-м микрорайоне. Телефон 21 70 11. Учебный центр «ЩИТ» проводит набор на курсы подготовки частных охранников 4, 5, 6 разрядов, прием квалификационного экзамена и периодической проверки. Обращаться улица Донецкая, 131, телефоны 68 82 82 25 75 78. Ремонт телевизоров, холодильников на дому. Звонить 69 03 57. Обучение охранников. Школа охраны «Долг-2». Телефон 58 27 25. Ремонт стиральных машин. Продажа запчастей. Телефон 60 60 80. Учебный центр «ЩИТ» проводит обучение и продление лицензии на травматическое охотничье оружие. Обращаться улица Донецкая, 131, телефоны 25 75 78 68 82 82. Утеряны документы на имя Желанковского Виктора Юльевича. Просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 25 67 65. Требуются машинисты драглайна и бульдозера «Четра». Телефон 27 1105. Требуются автомойщики. Звонить 29 44 47. На Димитровское водохранилище приглашают семейную пару с проживанием. Работа по дому и на прилегающей территории. Требования высокие. Работа на МТЗ. Звонить 8 922 84 54 623. На разовую послестроительную уборку требуются мужчины и женщины. День, ночь. Звонить 30 20 10. Требуется швея-технолог для разработки мягкой мебели с опытом работы. Звонить 20 44 24. Требуется помощник по хозяйству с проживанием. Телефон 92 77 50. Требуется машинист экскаватора. Телефон 96 56 66. В загородный дом требуется помощник по хозяйству, в том числе пенсионер из села, с проживанием. Оплата 3000 рублей в месяц. Звонить 8 922 829 24 24. Требуется сварщик металлоконструкций. Телефон 24 0406. Требуются кондитер и пекарь. Зарплата достойная. Звонить 23 42 02. Требуются на маслозавод. Сотрудники в лабораторию и разнорабочие на линию розлива. Телефон 8 912 345 60 56. Требуются скотники, рабочие. Звонить 22 05 45. Требуется продавец овощей и фруктов. Телефон 8 908 324 48 69. Требуются работники в швейный цех. Телефон 30 62 53. Требуется продавец в продовольственный магазин в Степном. Телефон 45 34 69. Вахта «Сургут».
требуются охранники. Звонить 29 11 04. Требуется водитель категории БЦ, машинист автогрейдера, тракторист. Телефон 99 26 72. Требуется повар-кондитер и бармен в кофейню. Телефон 20 94 05. Требуется дворник. Звонить 30 59 58. Требуются водители на маршруты. Телефон 29 04 78. Срочно требуются частные охранники 4, 5, 6 разрядов. Телефон 68 82 61. Требуются автомойщики. Звонить 28 65 75. В производственно-пищевой цех требуется сотрудник с санитарной книжкой. Оформление по Трудовому кодексу. Телефон 8 922 628 12 87. Заместитель 48 тысяч рублей. Телефон 26 69 54. Медработник 26 тысяч рублей. Снабженец 33 тысячи рублей. Телефон 23 83 25. Администратор 23 тысячи рублей. Телефон 92 89 85. Педагог в офис 25 тысяч рублей. Документовед 19 тысяч рублей. Звонить 61 40 34. Подбирают штат сотрудников от 20 тысяч рублей. Телефон 93 56 15. Замруководителя 32 тысячи рублей. Бухгалтер 27 тысяч рублей. Звонить 51 15 94. Сотрудник в офис до 50 тысяч рублей. Телефон 69 32 20. Бухгалтер 30 тысяч рублей. Офисные сотрудники до 28 тысяч рублей. Телефон 59 49 40. ИП требуется помощник 36 тысяч рублей. Телефон 58 57 70. Помощник руководителя 45 тысяч рублей. Снабженец 35 тысяч рублей. Администратор 22 тысячи рублей. Звонить 42 34 18.